Всем привет! Сегодня в Германии Рождество, но для вечернего торжественного ужина еще достаточно времени. И за это время я решил приготовить для своей семьи утку в утке. Я шучу. Для этого вечера я приготовлю утку, фаршированную фарсом. Я покажу и расскажу, что это такое. Приготовлю картофельные клёцки. И, кстати, вы можете посмотреть на моем канале, ссылку я оставлю. Брюссельскую капусту с беконом и брусничным соусом. Начнем. Для фаршированной утки мне понадобится брюссельская капуста, бекон, топленое масло, лук-шалот, тот, кто его любит, утка. Вес моей утки составляет 2 килограмма 700 грамм. Шампиньоны, буквально 100 грамм. В качестве специй я решил сегодня взять каджун и тимьян. Понадобится соль, понадобится кукурузный крахмал, растительное масло, красное сухое вино, любое на ваш вкус, брусничное варенье, утиная грудка, лук, корень сельдерея, морковь, нить, зубочистки и 30% сливки. Количество всех ингредиентов я укажу, как всегда, под видео. Для начала я осмолю утку и вынес у нее почти все кости. Да, утка мне попалась, конечно, неудачная. Я не мог предположить, что горло будет разорвано и хвост будет отрезан. Это, конечно, очень печально, но будем работать с тем, что имеем. С таким я встречаюсь, конечно, в первый раз. Очень неприятно. Так, утку я обсмаливаю. Не, вы только посмотрите на этих извращенцев. Так и хочется заматериться, слов нет, вот честно. Здесь тоже, ну куда это годится? Что это за порнография? Ладно, начнем. Так, утку я для начала обмою. А может быть, она даже и к лучшему, что утка такая покоцанная. Тут вы наглядно можете посмотреть, как нам, поварам, иной раз приходится изгаляться, чтобы продукт выглядел достойно. Так, ну хвост я теперь сразу отрежу, потому что мне от него толка никакого, я уберу его в сторону. И начинаем зачистку. Мне нужно тушку освободить от костей. Делаю это предельно аккуратно. Нож должен быть при этом хорошо наточен.
Так, ну вот эти косточки я оставлю внутри, так как они все-таки утка должна иметь какую-то форму. Чем меньше отверстий, тем лучше. Так, ну вот эти части тела я подлатаю. Я это на камеру показывать не буду. Я их сейчас зашью. Да, еще маленький совет от меня. Я, конечно, не могу так на глаз сказать, сколько у меня образовалось свободного пространства и сколько начинки мне нужно. Поэтому я делаю очень просто. Внутрь утки я оставил мешок полиэтиленовый. И теперь я наливаю воду. С начинкой я определился. У меня внутрь поместится 1 килограмм 300 грамм. Вот и все. Так, ну я решил, прежде чем я начну латать утку, сначала я подготовлю основу для соуса. Я порежу овощи. Морковь, сельдерей, лук и кости. Немного взбрызну растительным маслом и отправлю в духовку на максимальной температуре, чтобы они у меня хорошо подрумянились. Не солю, не перчу. Затем я это буду еще обжаривать на сковороде. Решил я показать небольшой отрывок, как я зашиваю, а то ведь некоторые мои доброжелатели скажут, вот у него утка порвана, ему жена зашила. Сам-то он без руки, ну и без ноги. Ну, типа как-то так. Ну, я к этим людям отношусь довольно просто. Как говорится, собаки лают, караван идет. И потом, что сделаю я еще? Что сделаю я еще? Внутрь, как вы видели, у меня есть грудка, а на грудке есть шкурка. Вот эту шкурку я вставлю еще внутрь, и она у меня прекрасно ляжет. Я ее придавлю фарсом, и она у меня останется, будет и востребована, как пищевой продукт. И также окажет мне неоценимую услугу, чтобы мой фарс во время приготовления не был выдавлен. Так, ну вот, утку я подлатал. Теперь я сделаю маринад. Маринад я делаю следующим образом. В общей сложности я приготовлю 1,5 литра маринада. Я возьму 400 мл красного вина и добавлю сюда отвар, в котором у меня лавровый лист, бадьян, то есть 3 лавровых листа, 1 бадьян, примерно 8 или 10 штук можжевеловых ягод, 2 гвоздички, ну и штук 15 горошин перца. Соли на эти 1,5 литра я возьму 45 грамм. Засыпаю соль и добавляю недостающее количество воды. Все тщательно перемешиваю до полного растворения соли. В кастрюлю я вставляю мешок, отправляю сюда утку, заливаю маринадом. Так, мешок я немного подтягиваю и завязываю узлом, выдавливаю лишний воздух, чтобы вся утка у меня была в маринаде. Ну и отправляю на балкон на 6 часов. Пускай маринуется. Пока утка маринуется, я займусь фарсом. Утиные грудки у меня подморожены. Так и должно быть. Я аккуратно снимаю кожицу. Ее не выбрасываю. Да, вы помните, она нам еще будет нужна. Максимально аккуратно, чтобы не порвать. И нарезаем ее на некрупные кусочки. И следующую точно так же. Я присаливаю мясо. Так, добавляю приправу каджун. Немного. Она интенсивная. Тимьян. И немного черного перца. И приступаю к приготовлению фарса. Значит, мясо. Оно должно быть слегка подморожено. Или, по крайней мере, должно быть холодным. Сливки также. Сливки должны быть холодными. Это для того, чтобы масса у нас получилась гладкой, однородной. Так, ну, отправляю часть мяса в термомиксер. По мере увеличения скорости вращения я буду постепенно добавлять сливки маленькой струечкой. И добавлю оставшееся мясо. Проверяю консистенцию.
Так я разделю массу, так как машина не справляется с этим количеством. Ну вот такого плана начинка у меня получилась. В ресторанах такую начинку протирают еще сквозь сито, но я в домашних условиях этого делать не буду. Так массу перемешиваю и отправляю в кондитерский мешок. Отправляю в холодильник, занимаюсь клёцками и брюссельской капустой. Как готовятся клёцки, я показывать не буду, так как они у меня есть на канале. Ссылку я укажу. А брюссельскую капусту покажу от начала и до конца. Ну вот, брюссельская капуста. Это такая капуста, которую я в год ем один или два раза максимум. Сама по себе она неплохая, она интересная, но, как я говорю, что ее можно действительно есть один или два раза в год, не чаще. Тогда она будет нравиться вам всегда. Значит, как она обрабатывается? Срезаем, назовем ее так, жопку. Убираем верхние листочки. И делаем вот такой вот крестообразный надрез в районе кочерыжки. Все, она у нас готова. Итак, все последующие. Капуста занимает, конечно, такая для преобработки очень много времени. Поэтому, если это большая кухня, то, как правило, такая капуста берется уже мороженая. Ее не нужно перебирать, ее нужно только отваривать. Ну, естественно, вкус тогда есть, очень страдает. Она становится так, слабо интересной. Так, ну я заранее уже ее всю почистил, я оставил просто несколько штучек, чтобы вам показать. А теперь я отправляюсь к плите, где у меня уже жарятся овощи с костями для соуса и кипит вода для брюссельской капусты. И я отправляю капусту вариться. Так как у меня ее немного, отправляю всю сразу. В общей сложности у меня 400 грамм готовой капусты. Воду я хорошо присолил. Заранее я подготовил чашку с холодной водой и лед. Лед, конечно, не совсем обязательно, но если он у вас есть, было бы неплохо капусту остудить. Так, в мою основу для соуса я добавляю томатную пасту и обжариваю всю массу дальше. Могу дать немного вина, чуть-чуть. Отбланширую-ка я еще две морковины, которые я добавлю в утку вовнутрь. Брюссельская капуста готова, и я ее отбрасываю в чашку с холодной водой и льдом. Так, заливаю основу водой и варю. Добавлю гвоздичку, две штучки, душистого перца немного, бадьян и лавровый лист. И варим дальше. Морковь моя готова, я также ее вытаскиваю и отправляю в холодную воду остужаться. Я отбросил брюссельскую капусту в сито, и теперь я его просто убираю в сторону и занимаюсь беконом. Я покажу только, как я нарезаю бекон, как я его буду обжаривать, я показывать не буду. Я думаю, с этим справится каждый из вас самостоятельно. И в сковородку обжариваю на растительном масле. Затем я его отброшу на бумажную салфетку, чтобы остатки жира впитались. Так, ну вот так вот эта красота вся выглядит. Так вот я обжарил бекон, не сильно хрустящий, потому что он еще раз будет разогреваться, сюда пойдет. Те, кто любит лук, добавите лук. Я добавлять не буду, я просто вам это вовремя скажу, когда это нужно будет сделать. Ну и, соответственно, капуста. Капусту можно, в принципе, если она очень крупная, разделить ее пополам. Это на любителя, кто как хочет. У меня она меленькая, поэтому я этого делать не буду. Чтобы соус у меня не получился слишком сладкий, я брусничное варенье вот таким образом аккуратно протру через сито, чтобы у меня в сите оказалось максимально большое число самих ягод. Остатки я уберу обратно в банку. Так, ну вот основа для соуса у меня уже. Я выварил оттуда все, что можно было выварить. И теперь я ее отправляю в грубое сито. Для начала отделю весь мой бульон от костей и овощей, а затем процежу через сито.
Пока бульон стекает, я обжарю шампиньоны для моей утки. Обжаривать я их буду целиком, так как я их буду в утку помещать тоже целиком. Пока шампиньоны жарятся, я удалю весь лишний жир с моего бульона. Шампиньоны мои готовы, я их выключаю. Так, ну соус мой уже почти готов. Я добавлю еще немного портвейна. Совсем чуть-чуть. Добавлю немного соли. Я развел немного кукурузного крахмала в холодной воде. И теперь я соус свой буду загущать. Так, все, этой густоты будет достаточно. Дадим соусу закипеть. И добавим брусничного варенья. Дам повариться буквально 3 минутки. Ну вот, друзья, утка моя промариновалась 6 часов. Теперь я весь этот соляной раствор выливаю. Он мне как таковой уже не нужен. И начинаю фаршировать утку. Так, ну вот у меня оставались шкурки. Сейчас я эту шкурку ближе к горлу зафиксирую. Так, добавлю шампиньонов. Воткну морковь. Так, опять шампиньоны. Сейчас я зафиксирую вторую шкурку. Ставлю шкурку на те места, где я зашивал. Так, ну теперь мне остается только закрыть отверстие, которое можно как прошить нитками, но я ограничусь зубочистками. Так, ну и зафиксирую нитью. Здесь я сделаю узелок, потому что я ее сейчас буду переворачивать. Так, ну теперь свяжем ей ножки. Так, ну теперь нужно придать ей форму, чтобы она ее держала.
Так, друзья, вот утка моя готова. Теперь следующее действие. Я отправлю ее запекаться для начала при температуре 140 градусов. Мне нужно или необходимо, чтобы фарс, находящийся внутри, чтобы он приготовился. А приготовился так, чтобы он не начал выползать. То есть, если я добавлю сильную температуру, за счет внутреннего давления он может просто порвать кожу и выйти из любого места. Этого мне не нужно. Мне нужен фарс приготовился и остался внутри. Я нарезал такую овощную подушку, на нее укладываю свою утку. И начинаю запекать. Время от времени я утку буду переворачивать. Время приготовления примерно 2,5-3 часа, может быть дольше. А это остатки от моего фарса, который не поместился в утку. Их немного, но тем не менее они есть. И они очень вкусные. Выбрасывать это не стоит. Я сделал из этой массы клёцки, которые я сейчас отварю. И которые я прекрасно могу добавить в суп. Или съесть, скажем так, с картофельным пюре. Так, ребятишки, ну вот смотрите. Видите, вот это место, оно уже лопнуло. Но это ничего страшного. Значит, моя утка в общей сложности уже пробыла полтора часа при температуре. Я начал при температуре 140 градусов. Потом я ее повысил до 170. Но вы видите, что получилось. Но это ничего страшного. Жидкость, она должна выходить. Сейчас я солью жир в отдельную емкость. Переверну утку и опять задвину ее. И буду ее готовить дальше. При той же температуре 170 градусов. Ну вот, после того, как я перевернул утку, она у меня проготовилась еще полчаса. И теперь я ее перекладываю просто на решетку. И буду дальше запекать на решетке. Все при той же температуре 170 градусов. Ну вот, мы потихоньку переходим к заключительной фазе. Утка скоро будет готова. И я начинаю отваривать картофельные клетки. Им для того, чтобы приготовиться, нужно примерно 20 минут. Воду я вскипятил и предварительно посолил. Отваривать клёцки нужно в широкой посуде. Я сейчас попробую показать. Ну, примерно вот так, чтобы они друг друга особо не стесняли. Соус у меня готов. Польский соус, он у меня тоже готов. То есть я взял тостерный хлеб, нарезал его мелкими кубиками и обжарил в топлёном масле. Для брюссельской капусты немного рановато. Я ее заброшу через 10 минут. То есть, чтобы все у меня приготовилось одновременно. Вот, обратите внимание на то, что клёцки в данный момент всплыли. Я сейчас убавляю температуру и варю их примерно еще минут 12. Польский соус у меня тоже готов. Я его выключаю. Остаточной температуры мне хватит для того, чтобы он остался горячим. И начинаю подготавливать брюссельскую капусту. Так, ну для этого я возьму немного сливочного масла и добавлю бекон. Если кто-то любит с луком, то лук нужно отпассеровать до того, как вы в сковороду добавите брюссельскую капусту. Так, ну утка моя выглядит замечательно. Сейчас я открою аккуратненько дверцу. Она у меня уже в конечной фазе. Ну вот, вот так она примерно выглядит. Осталось ей совсем немножко. Утка моя готова.
Ну вот, друзья, вот так выглядит моя незамысловатая тарелочка. Вполне все достойно, все очень просто. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, а я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч!